Служба участковых уполномоченных полиции. Это подразделение, которое непосредственно раскрывает тяжкие преступления, раскрывает уличные преступления. И административная практика вся на участковой службе. Ликбез по особенностям работы участковых майор полиции Максим Корничук проводит прямо во время ночного патрулирования. Многие участники студенческого отряда все это уже слышали. Но, например, Юра Несветайлов на дежурстве сегодня в первый раз. Мне действительно интересно и нужно это в жизни. В будущем, думаю, стать полицейским, защищать порядок. В студенческом отряде охраны правопорядка 12 человек. Такой патруль единственный на всю Калининградскую область. Студенты техникума записываются на дежурство добровольно, хотя некоторые из них в прошлом сами не раз становились объектами внимания полиции, а кто-то даже имеет судимость. До создания данного отряда этот техникум была нашей проблемой. Ребята, которые там проживали, несовершеннолетние, совершали правонарушения что административного характера, что совершали преступления. Непосредственно совершили кражи, разбои, грабежи. Теперь бойцы отряда – гаранты порядка и в самом техникуме, и в студенческом общежитии. Сегодня перед рейдом им показали ориентировки. Двоих однокашников по техникуму разыскивают за нарушение общественного порядка. В полиции уверены, добровольные помощники быстро найдут правонарушителей. Участники отряда уже помогли раскрыть несколько уголовных дел. Они и в свободное время без дела не сидят. Тренировки. У нас идут маршировка, тренировки рукопашного боя. Идут лекции, как работает полиция. Сегодня в маршруте рейда притоны, подвалы, места ночевки бомжей. Такие патрули тоже своего рода профилактика для бойцов отряда. Полицейские уже заметили, после ночных дежурств мотивация учиться, работать и избегать правонарушений у их помощников возрастает в разы.